Это же беспредел, криминал. Это в голове не укладывается. К приезду траурного кортежа свежевырытая могила на Серафимовском кладбище оказалась закопанной. Никто не мог предположить, что последний путь жительницы Чистополя окажется именно таким. Обескураженные родственники на месте выясняют, как такое могло произойти. Но никто не может дать вразумительного и четкого ответа. Здешние сотрудники все отказываются. Мы ничего не знаем. Ничего. Звонили в ритуальное, там тоже ничего не знают. Вот. Такого не было? Не было ни разу, чтобы пришли и могил закопан. Покойная была уважаемым в городе человеком, всю жизнь работала медиком, скончалась, будучи в гостях в Набережных Челнах. Там же через челнинскую ритуальную службу родственниками была организована копка могилы рядом с мужем покойной. Уже вчера вечером могила была подготовлена к погребению. Рано утром родные убедились в ее готовности. Все, я удостоверился и поехал, да, домой. Приезжаем. Покойникам приезжаем, уже все. Около 10 приезжаем, 9:40 полностью с горки, да. Вот так закопано. То есть вы ничего не заметили, что ну, здесь? Нет, конечно, я же не бегаю по кладбищу, не смотрю. Ну а как вы можете объяснить вот такую ситуацию? Ну, понятия не имею. Это значит, у них междоусобица какая-то, потому что мы же не придем, не будем закапывать. Родственники покойной возмущены. Они уверяют, врагов у нее не было и конфликтов в семье тоже. Что же произошло на самом деле, выясняет на месте полиция. Участковые уполномоченные опрашивают людей и уточняют детали произошедшего. Вот сейчас раскап, их сотрудник за новую цену, значит, выкапывает. То есть не удалось выяснить? Просто чистой воды криминал, больше ничего тут не скажешь. Вот сейчас покойник стоит, ждет, лето, жара. Вы подозреваете, что это местные же закопали? А кто больше? Ну а кто? Или наследство кого-то обделили, или что-то. У нас не было никогда, ни разу. Вот я с 98 года работаю. Было в 90-е годы, когда война была, это 2000-е. Было, но не закапывали, а просто одна бригада не давала другому копать. Вот так вставали в могиле и все. А такого не было, чтобы пришли и закопали. Кто же причастен к этому и кому отвечать за содеянное, теперь покажет следствие.